Спотлайт, 6-й класс, грамматический справочник, модуль 2. Ordinal numbers, порядковые числительные. Порядковые числительные отвечают на вопрос, который и образуется от количественных при помощи с. Seven, seventh, ten, tenth, fifty-six, fifty-sixth. Исключение one first, two second, three third. Составные порядковые числительные thirty-first, one hundred first, twenty-second, three hundred eighty-second, sixty-third, six thousand five hundred third. Правила правописания. Следует запомнить fifty five fifth. Nine, ninth, twelve, twelfth, twenty, thirty, forty, twentieth, thirtieth, fortieth. В предложениях перед порядковыми числителями всегда употребляется артикль the или притяжательное местоимение. He took the first prize at the Olympic Games. Он получил первый приз на Олимпийских играх. It's my 13th birthday today. Сегодня мне 13 лет. В датах пишется September the 1st, July the 4th, а считается the 1st of September, 1 сентября, the 4th of July, 4 июля. Some, any, местоимение some и any употребляются с неисчисляемыми существительными sugar, bread и исчисляемыми существительными во множественном числе pens, cars и так далее. Some bread – немного хлеба, some apples – несколько яблок. Some выступает в значении немного, несколько. Some употребляется в утвердительных высказываниях. I've got some money. У меня есть немного денег. I've got some books. У меня есть несколько книг. Any употребляется в вопросах и отрицательных высказываниях. Have you got any money? Books. У вас есть деньги, книги. No, I haven't got any money. Books. Нет, у меня нет денег, книг. Some употребляется в вопросах, когда мы предлагаем что-либо или просим о чем-либо. Would you like some coffee? Не желаете ли вы кофе? Can I have some coffee, please? Можно мне кофе, пожалуйста? Prepositions of place. Предлоги места. Предлоги места помогают определить местонахождение предмета, лица относительно других предметов, лиц. On, under, in front of, behind, beside, next to, near, at, in, between, opposite, at употребляются в выражениях at school, university, college, at work, at home. В адресах, когда речь идет о номере дома. On 20 Oxford Street, in употребляется в выражениях in the middle of, in the air, in the sky, in bed, in hospital, in prison, in a newspaper, magazine, in a picture. С названиями городов, стран и континентов. In Moscow, in England, in Europe, in Australia. On употребляется в выражениях on the left, on the right, on the first floor. Prepositions of time. Предлоги времени at. Время at 7 o'clock. Праздники at Christmas, at Easter, at the weekend. Выражениях at the moment, at present, at dawn, at noon, at night, at midnight, on дни, on Monday, on New Year's Day, даты, on May the 6th, время дня, on Tuesday evening, прилагательное, plus day, on a hot day, in месяцы, in September, времена года, in the winter, spring, autumn, годы. In 1996, века, in the 20th century,
в выражениях in the morning, afternoon, evening, in an hour, in a minute, in a week, in a few days, in a month, in a year, через.